up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look 'em in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Now you won't see no sad and teary eye when I get my wings and it's my time to fly. Call my friends and tell them. Здравствуйте, радиослушатели радиостанции Redneck FM. С вами дядюшка Буба. Пока у меня дома занято, я решил сходить в ближайший бар. И там, в баре, между парочкой рюмочек виски на крокодилах, я услышал одну интересную историю. Итак. Джефф Стрэнд, пятикратно перченый, смертельно обжигающий атомные куриные крылышки Кэпа и Хэнка. And I go out, I've been here long enough. So sing and tell more jokes and dance and stuff. Just keep the music playing, that'll be a good goodbye. Roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look 'em in the eye. Эти куриные крылышки для сопливых сикух, объявил Винсент, отпихивая корзинку в сторону. Да я мог напичкать им свою трехлетнюю внучку, и она б даже не поморщилась. Ядрен перченые? Да конечно, мать вашу! Этот тощий ублюдок уже пару месяцев заходил сюда по выходным, и все, что он делал, так это поносил, на чем свет стоит, жареные куриные крылышки Бернанда. Нас всех уже порядком подзанаебло его бесконечное нытье, особенно Бернарда, который владел и управлял этим заведением последние 25 лет. «Это самые острые куриные крылышки в городе!» Бернард перегнулся через стойку и произнес эту фразу таким спокойным голосом, каким бы я и ни в жизнь не произнес, даже если бы очень сильно захотел. Они занимали первое место 6 лет подряд. Займут и в этом году, и в следующем, и в позаследующем. «Первое место? Среди кого?» – спросил Винсент. «Среди сыкливых любителей куриных крылышек Америки?» «Да от них даже язык не жжет, черт! Да сыр с плесенью или тертый сельдерей 100 раз острее, чем тот соус, которым ты их вымачиваешь! Я хочу свои деньги назад!» Бернард похлопал ладонью по крышке кассового аппарата. «Твои деньги останутся лежать там, где лежат!» «Тогда дай мне хотя бы одно бесплатное пиво!» «Я дам тебе один бесплатный подсрачник, как раз долетишь до самой двери!» Винсент вздохнул и без энтузиазма выбрал еще одно крышко из своей корзинки. «Ладно, даем уже эту хрень просто потому, что заплатил за нее, но я хочу, чтобы все здесь присутствующие знали, эти крылышки для сопливых сикух, не так, для сопливых сикливых сикух, сикливые сикухи ведь отстойные, просто сикухи, верно? Эти крылышки для целок и не сбили бы дыхание даже моей бабули, когда она лежала в больнице, подключенная кислородным баллоном, упокой Господь ее душу. В баре нас было 4: Рэнди, Сэм, Терренс и я. В принципе, нас всегда было тут 4, потому-то мы и любили здесь зависать. Мы болтались в баре у Бернарда почти каждый вечер и не очень-то жаловали новеньких, бесцеремонно заваливающих сюда, как к себе домой, да еще и глумящихся над нашей едой.
Бернард готовил чертовски хорошие куриные крылышки, ничуть не хуже тех, что эти расфуфыренные повара готовят в своем Нью-Йорке. Ну, по крайней мере, я думаю, что не хуже, потому что ясен пень, в Нью-Йорке я никогда не бывал. Бернард поглядел на каждого из нас, затем хитро улыбнулся. А вот скажи-ка мне, дружище Винс, ты когда-нибудь слышал о пятикратно перченых, смертельно обжигающих атомных куриных крылышках Кэпа и Хэнка? Винсент покачал головой. Неа. Их готовят по особому секретному рецепту. И это, слушай внимательно, я сейчас не шучу, самые острые куриные крылышки в мире. Всего один укус, и ты будешь рыдать в туалете, как школьница, которую папаня оттянул по жопе ремнем. Ага, рассказывай. На коленях будешь ползать и молить меня о щепотке сухого льда, чтобы погасить свой язык. Очень сильно сомневаюсь в этом. Бернард уставился на Винсента и где-то с минуту пристально смотрел ему прямо в глаза. «Я серьезно, эти крылышки сделают тебя своей сукой!» «Ну ебать, так сваргань мне их по-быстрому!» — сказал Винсент. «Че сиськи ты зря мнешь?» «А я и не храню тот соус про запас. Во-первых, он быстро портится, а во-вторых, я не хочу потерять свой бар из-за какого-то мудака, который подаст на меня в суд за то, что дотла сжег себе рот. Но я могу приготовить порцию этих крылышек специально для тебя, если, конечно, не заочкуешь. Вот тогда и посмотрим, мужик ты или сраный балабол». «Да не вопрос, заметана». Бернард улыбнулся снова. «Заметана? Так заметана». On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been. В следующие выходные мы все с нетерпением ждали, когда объявится Винсент. Он вошел в бар, сел на свое обычное место за стойкой и скрестил на груди руки. «Эй, Бернард, принеси-ка мне полную порцию тех специальных куриных крылышек, о которых ты говорил. Да и еще, и наперсток воды. Уверен, большего мне не потребуется». «Желание клиента для нас завсегда закон. Дай мне пару минут, я разогрею соус», — сказал Бернард и ушагал в заднюю комнату. Где-то 5 минут спустя он вернулся, держа в руках корзинку с примерно дюжиной куриных крылышек. Эти штуки были такого ярко-оранжевого цвета, что я даже подумал, что они бы светились во тьме. Если бы у кого-то из нас сейчас был счетчик Гейгера, а ни у кого из нас его, естественно, не было, держу пари, он бы затрещал громче, чем если бы вы помахали им перед кучей экскрементов Годзиллы. Да один только запах, исходящий от этих крышек, практически сжег мой нос и заставил меня прослезиться. Бернард установил корзинку перед Винсентом и отвесил печальный театральный поклон. «Прошу, они перед тобою, пятикратно перченые, смертельно обжигающие атомные куриные крылышки Кэпа и Хэнка». Винсент осторожно принюхался. «Похоже, и правда остренькие». Бернард ловко извлек из закаси деревянную дощечку с пришлепнутым к ней сальным листком бумаги и с громким хлопком припечатал ее к стойке перед Винсентом.
Я вынужден попросить тебя подписать отказную, которая освобождает меня от любого вида ответственности и будет служить доказательством того, что ты в здравом уме и в светлой памяти по своей воле и согласию на свой страх и риск готов съесть эти куриные крылышки. О, да ради бога! Винсент небрежно черканул на листке свою подпись. «Да я по 100 раз в год подписываю такие отказные!» Мы все, замерев, наблюдали, как Винсент вытягивает из корзинки куриное крылышко. Он внимательно осмотрел его со всех сторон, потом осторожно откусил и начал жевать. Медленно, глубокомысленно. Наконец он сглотнул, отхлебнул из стакана воды, помахал ладонью рта и заявил: «Эти крылышки для сопливых, сикух!» Ну вот, в принципе, и все, что нам надо было услышать. Мы все четверо разом выскочили из-за стола, навалились на Винсента, стянули его с табурета, подняли и с размаху бросили на барную стойку. Я держал его за руки, пока Бернард разжигал паяльную лампу. Винсент заорал, как резанный, когда Бернард поднес язычок пламени к его губам. Губы тут же пошли пузырями, растрескались, почернели, сморщились и где-то примерно через минуту вообще исчезли с его лица. Тогда Берн перешел к языку. Вот эта штука пузырилась, трескалась, чернела и сморщивалась уже немного дольше. Но никто никуда не спешил. Развлекух-то у нас в городке был немного. Мы хотели выжечь Винсенту только рот. Ну, типа, вроде как проучить его, чтобы в следующий раз он хорошенько думал, прежде чем разевать свою варежку. Но потом вдруг сообразили. Да, он больше не мог говорить, но он все еще мог писать. И, стал быть, способен запросто вломить нас копом. Поэтому нам пришлось его убить. Это вообще было быстро. Мы просто запихали ему в горло все оставшиеся в корзине куриные крылышки, и он задохнулся. Тернс вытянул короткую спичку и пошел закапывать труп. В общем, где-то примерно через полчаса в баре у Бернарда снова царили тишина и спокойствие. Через несколько дней мы перестали говорить о Винсенте, а через месяц никто из нас о нем даже и не помнил. Ах да, когда Бернард как-то раз подал мне обгорелый гамбургер, естественно, я не стал возбухать. Конец очередного поучительнейшего рассказа от Джеффа Стренда. Авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Буба. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Ну, а дядюшка Буба вместе с крокодилом ждет вас в следующих выпусках радиостанции Redneck FM на паблике экстремального хоррора. A place where you can't really do much harm. If you work hard every day, and not just for the pay, but for the charm of Emily's farm. Twenty miles or so north of the city, there's a stretch of road that fades into a dream. And a place that feels like home makes me feel like I belong to those bros.